Звичайно, що кожна жінка, коли лишається вже там 2-3 місяці до пологів, вона має визначитися із тим, де ж їй народжувати. Її починає мучити це питання. Вона починає сидіти на форумах, питати у своїх подруг, знайомих, як, де, як це відбувалося. Ну і то ясно, що треба вирішити, треба визначитися, де все-таки. Так, щоб тобі було спокійно, і ти вже знав, що якщо що, якщо народжувати, ти вже просто знаєш, куди їхати. Ну, я не виключення. У мене теж зараз така ситуація, і я збираюся в першу чергу подивитися пологовий будинок, який обслуговує місто Ірпінь. Він у нас знаходиться не в нашому місті, а поряд. Ну, там буквально щось 10 хвилин їхати на машині. Обслуговує він і Ворзіль, і Бучу. Не знаю, може ще якісь міста будуть зізнаватися. Я поїду туди на екскурсію, обов'язково запишу для вас відео. Але я думаю, що звичайно, що я буду ще дивитися інші пологові будинки, які знаходяться в Києві. Коли я почала занурюватись в цю тему і дивитися форуми, питати у знайомих, у мене пішла голова обертом, бо інформації купа. І реально ти не знаєш, на що звертати увагу, бо одні кажуть одне, інші кажуть друге. На форумах взагалі просто кардинально різні думки є. І звичайно, що я розумію, що там більшість людей просто є підставних, які пишуть для того, щоб або когось пропіарити, або для того, щоб навпаки комусь, ну так, недобру службу зіграти. Тому я розумію, що треба якось інакше. Враховуючи те, що зі своєю першою дитинкою, донькою, у мене це відбувалося в Запоріжжі, в рідному місті, і там було якось все зрозуміло, бо у мене дві старші сестри, бо якось воно там містечко маленьке, ти там народився і виріс, і ти вже знаєш, куди тобі що звертатися, там що люди говорять. Але тут ситуація інакша. Київ – велике місто, вибір величезний, і хочеться цей вибір зробити правильно. Тому перш ніж я почала все ж таки особисто їздити по пологовим будинкам і знайомитись з ними, я вирішила все ж таки такий зробити собі чек-ліст, чи що, на що я маю звернути увагу. У мене є одна моя приятелька, яка працює в цій сфері, працює пренатальним психологом, і вона. Ну, по роду своєї діяльності, звичайно, що спілкуюся з багатьма дівчатами, які планують народжувати, або ті, які вже стали мамами. І то ясно, що вона буває у різних пологових будинках. І сьогодні я з нею зустрічаюся на чай і думаю, вже якраз корисне зроблю і для себе, і для вас. Тобто я хочу в неї спитати, все ж таки, які критерії я маю висувати до пологового будинку, коли я хочу визначитися, де саме планую народжувати. Зараз я вже приїхала на зустріч. Пішли, подивимося, що вона нам розкаже. Куда мне смотреть? Начинали туда. Как тебе Я уже удобно? переживаю. Не надо переживать, перестань. Я сейчас тоже переживать начну. Нам переживать нельзя. Расскажи немного о своей профессии, чем ты занимаешься и кто такой перинатальный психолог? Перинатальный психолог – это такая профессия, которая около беременная, скажем так, да, занимается вопросами подготовки к беременности, когда есть какие-то проблемы, сложности с этим, да, в течение беременности поддерживая там, подготовку к родам, вот, и ранее там, послеродовой период, восстановление после родов, какие-то рекомендации вот в этом кратенько. Я не знаю, по адресу или нет, у меня сейчас очень острый вопрос стоит. Мне нужно понять, как выбрать роддом в Киеве. Киев, Киевская область, без разницы. По сути, в Украине, да, то есть учитывая наши реалии, нашего прекрасного постсоветского пространства. Вот когда женщина едет в роддом заранее, да, и она должна на что-то обратить внимание и для себя решить, хочу ли здесь рожать, да, или не хочу. Расскажи, вот, во-первых, я знаю, что ты тоже мама, у тебя есть свой опыт, и плюс твой род деятельности, ты со многими девочками общаешься. Расскажи, как это должно происходить. Ну, вот есть, скажем так, да, какой-то стандартный список критериев,
на эту тему, да, и есть, он, наверное, больше теоретический, и есть то, что приходит из практики больше, вот когда сталкиваешься там со многими, кто уже где-то рожал, да. Вот из стандартных, это можно сказать, первый критерий — это расстояние, и это важно, и он и теоретически, и практически. Расстояние от дома. Расстояние от дома. Чтобы доехать. Да, чтобы успеть доехать, потому что в моей практике были случаи, когда рожали на постулане. Это, правда, была девочка из Москвы, у них там побольше, конечно, расстояние. Да. Но в итоге я роды принимала гаишник, и это реальная история. Кстати, в данном случае скорая спасает или нет, если ты видишь? Ну, пробки, да. И они, ну, они ехали не на скорой, они ехали в такси, и таксист доехал до первого поста, и там остановился. И действительно, роды принимала гаишником. Ну, в общем, есть такие истории, да. Наверное, назвали потом, в честь него, в честь гаишника, причем родилась девочка. Нет, мальчик родился, я не знаю, как назвали, в честь ли гаишника или нет, но я думаю, что гаишник этот день долго запомнил, он так впечатлился. Расстояние, еще расстояние, что? Расстояние — это важно, поэтому, ну, чтобы успеть доехать, чтобы потом женщину можно было проведывать в роддоме, это тоже важно, какое-то время она проведет там. И обычно это там от 3 до 7 дней, да, прошу, если это быстренько и выписали, а тоже к женщине будут приезжать, и хорошо, если это можно приехать быстренько, да. Вот, это первый фактор. Второй фактор — это отношение роддома к естественным родам, точнее даже, скажем так, к тем родам, которых хочет женщина. Вот сейчас есть много разных вертикальные роды, там есть воду, есть, ну, как бы развивается эта сфера, да, и роддома медленно, ну, идут навстречу, скажем так, да. И вот когда женщина уже себе немножко представляет, вот я хочу родить вот так. И это важно в этом роддоме, который там гипотетически женщина выбирает, да, важно это согласовать. Вообще бывают дни открытых дверей, когда персонал отвечает на вопросы. Вот это можно прям искать сайт роддома и у них задавать прям на этой встрече вопросы. Касаемо там партнерских родов, например, вот следующий пункт, да, это возможность партнерских родов, если они планируются. Потому что в Киеве сейчас есть роддом, который там возможны партнерские роды, но их нужно заранее обманывать. В смысле? То есть может быть такое, что... Да, могут не пустить партнера на роды. Да, так тоже бывает. Вот, поэтому это тоже важно оговаривать и обсуждать. Значит, мы определяемся, если мы хотим партнерские. Значит, давай по критериям еще раз, да, это удаленность от дома, это возможность естественных родов в том формате, в котором хочет видеть женщина, там какие нюансы этих родов, вертикальные, еще какие-то, да. Возможность партнерских родов, опять-таки, если они планируются. Потом отношение роддома к грудному вскармливанию, поддерживают они это или не поддерживают. Помогают ли приложить... Есть роддомы, которые не помогают? Конечно, они официально все их поддерживают. Но здорово вот узнать, а как вы помогаете ли вы приложить, там, если женщина вот, первый раз рожает, помогают ли приложить груди. В основном, если есть возможность посещения, сейчас есть такая профессия, да, как консультант по грудному вскармливанию, который может прийти помочь молодежи грудного вскармливания. Но здорово, когда есть вокруг атмосфера, тоже этому способствует, они ходят бабушки, которые говорят, подай ты ему смесь, поймёт. Ну, как-то так. Вот. Ну, в общем, поэтому хорошо, когда персонал тоже это поддерживает. Специфика роддома важна, если есть какие-то особенности в течение беременности, да, вот у нас роддома, разные роддома специализируются, там есть роддома, которые там при заболеваниях, там сердечных больше, вот если женщина беременна и там в беременности есть какие-то проблемы, да, вот рекомендуют туда обращаться, если есть специфика какая-то, то это тоже важно проговаривать и узнавать, вот как вы в таких ситуациях принимаете роды, как это происходит в данном конкретном случае. Женщине должно быть там комфортно. Если по внутренним ощущениям. Да, по внутренним ощущениям. И в том числе важно увидеть родзал. Если для женщины важно, чтобы там был фитбол, не знаю, шведская стенка, какой-то матрасик, да, вот что важно, чтобы было в родах для комфорта, для ощущения комфорта и ощущения безопасности. Вот. И вот исходя из этих критериев, это самое главное.
И вот исходя из этого выбирать. Во многих роддомах сейчас есть вот эти вот экскурсии, когда можно прийти и посмотреть, как выглядит родзал, как выглядит послеродовые вот палаты, да? И вот это важно увидеть. То есть получается, еще раз подрезюмируем, мы определяемся с тем, что мы хотим. То есть кроме женщины никто это больше не может решить. То есть, мне, допустим, важно вот это, вот это, вот это и вот это. Правда, наверное, сложновато, если ты еще ни разу через это не проходил, учесть прям все, что тебе понадобится. Ну так, теоретически, да, мы сейчас то, что нужно сделать. После этого мы мониторим дни, когда можно посетить без проблем, посмотреть все детально, расспросить, задать вопросы, дни открытых дверей, да, потом. Отталкиваемся от того, что мы ищем в первую очередь тот роддом, который ближе к нам. И так, по степени удаленности, да, едем на экскурсию, задаем вопросы, смотрим. И вот там, где у нас отозвалось, в принципе, потому что, мне кажется, тоже вот этот метод подружка посоветовала, ну, как бы... Ну, каждый свои потребности. Во-первых, разные потребности, во-вторых, одна и та же история дважды не случается, мне кажется, да. Хорошо, в общем-то, в целом все понятно. Спасибо большое, будем двигаться в этом направлении. Пусть выбор будет удачным. Все, всем счастливо, пока. Ну, от план дій у мене є. Тепер лишилося поїхати у пологових будинках, подивитися, сходити на екскурсію і визначити, що дійсно важливо для мене. Дівчата, я вас дуже прошу, якщо у вас вже є досвід, якщо ви вже народжували в Києві, особливо мене цікавить правий берег, то, будь ласочка, у коментарях напишіть свої враження, на що б ви радили звертати увагу, коли обираєш все ж таки пологовий будинок. Напишіть про ваші враження, буду вам дуже вдячна, тому що для мене зараз ця тема дуже актуальна. Все, дівчата, бувайте здорові, гарного настрою!